Впереди у школьников долгие каникулы, и занять ребенка для многих родителей становится трудной задачей. Но что может быть лучше, чем совместить отдых и обучение новому делу, которое может стать и новой профессией? Поможет традиционно в этом Первый городской телеканал. Мы открываем летний лагерь «Город профессий». Ваш ребенок мечтает о славе телеведущих или топовых блогеров? Студийный свет, видеосъемка и создание собственных роликов. Для него интереснее скучных уроков? Если да, то вы можете подарить своему чаду шанс сделать увлечение профессией будущего. А сделать это очень просто. Дорога в город профессий открыта. Здесь научат грамотно снимать, монтировать и создавать настоящие видеоролики, которые смогут набрать миллионы просмотров. На Первом городском открывается целый детский лагерь под названием «Город профессий». Это значит, что каждый ученик сможет попробовать себя в одной из профессий на телевидении, той, которая ему понравится или будет ближе. Теперь мы не говорим, что дети смогут стать только телеведущими после окончания, но в том числе и операторами, и монтажерами, и редакторами, и корреспондентами. То есть мы предоставим им большое поле для деятельности, они снимут свою целую программу, которую мы покажем в эфире, и роли в этом проекте будут распределены таким образом, чтобы дети могли попробовать себя в каждой из профессий и по итогу нашего летнего курса определиться, кем они все-таки хотят стать. Попасть в город профессий очень просто. Звоните и записывайтесь 92 10 32 или пишите в наш инстаграм «Первый городской». И мы обещаем, после нашего лагеря ваш ребенок скажет: «Мама, я знаю».